Здравствуйте, меня зовут Яковлева Дарья, мне 23 года. Закончила с красным дипломом, бакалавриат, направление техносферная безопасность в Тверском государственном техническом университете. Параллельно занимаюсь волонтерством. В настоящее время продолжаю обучение в магистратуре по тому же направлению. Целеустремленная, активная, веселая. Начинаю познавать искусство йоги в поисках гармонии души и тела. Вдохновляет поэзия, считаю, что в стихах каждый может найти частичку своей души. Решила принять участие в конкурсе «Мисс Тверь 2020», так как являюсь победительницей конкурса «Мисс Торжок 2013». Считаю, что пришло время попробовать свои навыки, умения в этом году.